Всем привет, дорогие зрители, с вами я, Гара, мы продолжаем. You need to hide, Dante. No matter what happens, you mustn't leave. I need to find Virgil. I promise I'll be back. I know this is hard. You must listen to me. Be a big boy, a man, huh? У него такая мама красивая. If I don't return, you must run by yourself, alone. You must change your name, forget your past, and start a new life as someone else. A new beginning. Virgil, where are you, Virgil? Неудивительно, что у такой мамы такие красивые сыновья. Вергилий тоже очень симпатичный. Как и Данте. Ви. 15 июня, 10:35. У них просто все по минутам происходит. For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine. Now put a fire under. We gotta get going, because that annoying pimple Nero is making a beeline for Urison, and if he gets there, he's gonna... Hey. This is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. But Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Ви прям так плохо, он так тяжело дышит. В общем, Данте очнулся такой весь на понтах. 15 мая, 16:45, месяц назад. Типа, не вмешивайтесь сюда, Нера, этого мальчишку. Угу. Без их помощи, так кто-то тоже тут полег. Триш. I know. Smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Да ладно, это будет уровень за Данте. Смена игрока. Выбрать Данте. Уничтожайте врагов оружием, навыком дела порнозречность. Ну это понятно. Останутся при вас, навыки Данте придется приобрести. А, ну да, тоже приобретать. Так как мы отдельно прокачиваем Ви, отдельно прокачиваем Неро и Данте отдельно. Представляете, сколько сфер нужно, чтобы все это качать? Давайте начнем с экспрессии. Так, не успела ничего прочитать. Мечи что-то там, стволы. А что изменилось? У нас, короче, один набор оружия. Понятно. Пробудившаяся миссия 10. Поехали. Стиль с акцентом на защиту подходит для быстрых контратак. Ну да, защищаться и контратаковать, это, конечно, логично. Ну, я обычно в защите вообще никогда не стою. Очень редко. В каких-нибудь РПГ только. Да и то. Девчонки услиняли. Нажмите LT или RT. Оружие можно менять любое время, чтобы сменить. Так, оружие дальнего боя, RT, ближний бой. Так, LT, еще в голове надо
урезонить. Используем оружие, его порядок можно заметить на экране персонализации. That guy really do this? Well, there's no accounting for taste. Вау. Такой. Так, ну давай вот так, наверное. Ну погнали. Хватит менять оружие. Что-то не раскалывается. Тьфу на тебя. Ну, мы опять идем к тому же самому демону. Путь-то знакомый уже, заметили? Слишком знакомый. Угу. Еще посмотрим, как девчонки дерутся. Она просто наверх заскочила. Ага. Молодец. Так, используйте для смены стилей. Ага, и Б, чтобы выполнить прием стиля. Еще как-то сложно. Ну, например, ну ладно. Вверх и Б обманщик. Так. Стрелок. Мастер клинка. Так, это вправо. И гвардеец. Это защита. Значит, стрелок лево, меч, защита вниз. Ну, блин, ладно. Это защита, да? Чего? Блин, знаете, вот честно говоря, им мне сложно драться. Вот серьезно. Тут надо, понимаете, подходить, короче, использовать Y, допустим, для простых атак. Потом для стиля боя нажимать крестовину плюс Б. Ну чё, где кто? На кой леший? Вот. На кой леший вы сделали такое сложное управление? Я понимаю, красочности добивались там что такое, ну блин. Блин, короче, у меня за Данте не будет больших рангов. Слишком намудрили. Для меня. Я не говорю, что так для всех. Кто-то скажет, вау. Я скажу, чёрт. Это... Вау. Ну, да. Ранг, сами видите. Это too much для меня. Очень много стилей, очень много кнопок. Угу. Ну, 50 косарей. 50 косариков накопили. Отлично. Кто ты? А еще что-то. Форма демона. Нажмите ЭОБ. Так, когда шкала заполняется. Дотлеть его уровня. ЛБ активировать и деактивировать то же самое. У меня типа она активная, да? Обучение на демона. Да подожди ты превращаться, что ты там творишь? Мне тебя не видно. Я хочу все собрать, прежде чем уйти отсюда. Вау! Вау! Так, ладно. Ну, спасибо! Нет, да, серьезно. По-моему, в Mortal Kombat проще без комбинации, чем здесь. Ну ладно, допустим. Я путаю кнопки все равно. Хоть вы меня убейте. Окей. Ага, ага. Вау! Чувак! Блин! Ну как вы тут? Так я не понимаю. Что это такое? Ну нет.
Вау, 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 ставь защиту. Типа такая защита у меня. Я вообще не знаю, где они там. Мочи, руби! Вот здесь сейчас, кстати, защиту можно было, наверное, использовать. Ну давай, все, я демон. Ой, ребята, не бухтите только на меня. Он самый сложный в именно в бою. А столько бы красивее. Ну, да, это правда. Вот по сложности, например, изичный Ви. Вау, как красиво. Нормал это Неро. А Данте это Хард. Да, посмотрим, у меня, в принципе, 50 косарей. Дай глянем, что там. Красивая статуя, да-да. Способности. Ну, давай посмотрим способности. Давай изучим, естественно. Конечно же. Двойной прыжок, куда без него. Это что? Форму медленно расходуют. Ну, давай потратим. Осталось 11 косарей. Так, мятежник. Это что такое? Быстрый выпад пронзающего крана. О, не-не-не-не-не-не. Это что? Альтящий дракон? Фу, какая-то фигня. Давай вот это. Так. 15 косарей, ясно. Это что? Наполняет нули энергией. Удерживать, потом отпустите меня в жизни, это не запомню, что надо удерживать. Опять удерживать. Ну ладно, ладно. Может быть, я когда-то начну удерживать, кто меня знает. Что еще есть? Уровень стиля. Обманщик? А что это? Да, и вкачнем, я не знаю, что это, но это любопытно. Мастер клинка какая-то фигня. Так. Стрелок. А, ну вот это вот эта прокачка. Вот этих его стилей. О, май. Ну ладно. В общем-то, просрали сферы, которые копили в окей. Так стоит, смотрит. Это было внезапно, да, да? Не ожидал. Хаос. Не, я вижу, ты непростой, да-да-да. Как? Как что-то тут конец-то? Ну, пока постреляем, пока я не хочу, чтобы он ко мне приближался. Так, давай-ка. Ау! Я типа себе стиль применяю. Чё, блин? Типа вот так вот стиль у меня. Я в самом стиле, понимаешь? Так. Ладно, окей. А, неплохо замесили. Давайте, вылезает еще один. Сразу ему промес сделаем. Так. Ух! Вау! Ну да, спасибо. Я только шла на хороший рейтинг. Какой-то веки. Так, ты где? Почему мимо там? Вот же он лежит. А вот это красиво. Вот это было красиво. Ну, ребята, немного, буквально чуть-чуть стиль улучшили. Хотя все еще не пойми, что за хрень творится. Так, стой. Это мне пригодится. Мне не хватает болтовни ворона. Я уже настолько к ней привыкла, что мне его не хватает. Gonna close if I don't hurry.
В смысле закроют? Ты серьезно? И что мне делать? Мне просто надо пройти или что? А что он? Что надо делать-то? Ясно. Ну давай. Ща. Я типа там, ну, блок ставлю. В общем, хреново, но я не хочу погибать тут. Алло. Они меня коцают, я понимаю. Их слишком много. Ну, в смысле, они меня окружили с двух сторон, это не айс. Ай-яй, женщина, что вы творите? А чё мне? Что такое? Подожди, ну-ка. А вот так? Вот так лучше. Вот так неплохо, да? Как вы на это отреагируете? Короче, саважа-то, конечно, не будет. Да, они меня куцают. Ну что нафиг? Ты всех убил, да? Давай, умри, умри. Ой, отлично. Он, кстати говоря, эй, был ранг, но... Но мы его... Кому не говорите. Что, можно идти? Что, серьезно? Фу. Отвратительно, да? Как будто зубы какие-то, или что-то, ну, что-то типа этого. Ладно, давайте копить на прокачку вишенки. Хотя, в принципе, конечно, я не знаю, сколько у нас будет уровней за даты. Возможно, там дальше их будет намного больше. Сейчас вот на 10-м мы только первый раз его увидели. Что? Все? Типа все, видимо. А, да, закрылось, да? Получается, или что? Или я что-то путаю? Мы разве не пришли отсюда? Ой, ну-ка, стой. Чудно. Там еще что-то было. Стой. Вот. Ну, как ты... Ха, как ты не там делаешь? Ха, вот и ха. А, не, все нормально. Так. Ну, вы знаете, по силе удара чувствуется, что Данте намного мощнее Неро. Ну, может быть, я преувеличу, не намного, но мощнее, это точно. Его удар прокачаннее. Таки более мощные. Все. Отвратительная штука. Эй. Так, вот это, наверное, можно, да, разбить? Естественно. А вот это? Вот это нет. Это уже о другом. Опять это? Хреновина. Ну чё, кто-то... Ну, здравствуйте. Тихо. Ну не то ты делаешь, ну не то. Что это? Давай месить вот так вот. Красоте просто разматывать. Так. Блин, да я не знаю, мне, наверное, пените очки стиля. Не знаю, посмотрим. Мне проще как-то, вот вы знаете, не с крестовиной с этой вот
А на кнопки ориентироваться. Так. Угу. На двоих. А тут такое ощущение, что у тебя патроны кончились. Так. Хорошо, хорошо. Что-то он там шел по поводу меня. Угу. Свидули. Нет. Пока что все еще идем. Фу. Я так понимаю, это что-то типа бонусного уровня или как типа бонусной дороги, где можно пособирать вот это вот все. Приходим там и всяко разно в то место, куда мы бы и пришли. Вон она, эта дверь. Видите, я отсюда пошла. Вот. Мы всяко сюда возвращаемся, просто это типа бонус, где можно что-нибудь пособирать. Да, так и есть. Эй. Точнее делай ха. Что это? Что за стрёмный ха? А вот тут оп, оп. Куда-то я пришла. А можно я просто соберу и уйду? Можно? Нет, так не получится. Ух ты! Так, чуваки, разошлись. Б. Ничего себе. Неужели все не настолько плохо? Так, ладно. Ну что я в тебя попасть не могу? Что за бред? Как можно стоять рядом и не попадать? Это вообще... Куда он имеет? Кто там? Ну за что мне эти муки? Ну вот за что ты на мою голову? Скажи, пожалуйста. Саваш, ребята! Не теряем. Ага. А, ну да, все. Какой там? Ну у меня был саваш. Хватит жрать. Я даже не ожидала, что в условиях сражения Данте можно получить саваш. Это хороший бонус. Ты меня задурала. Слышь? Все хорошо, хорошо. Я что-то нашла. Какую-то сферу нашла. Это был типа такой секретный проход, секреточка. Ну да. Фиолетовая сфера. Магическая сила. Круто. Больше ничего не осталось? Вот так-то. Я, конечно, не мастер. Думаю, края искать всякие секретки, но кое-что нашла. О, man, they're already here. These ladies work fast. Они очень быстрые. Девочки твои. Не то, что мы с тобой пока ковыряем тут этих всех монстров. Ну ты хорош! Как тебя замесить? Давай вот этого месить. А, ну тебя нафиг. Воу! Ты что творишь-то? В своем уме. Отлично! Стреляй! Так, это все, скопитилось, да, походу? Чё там?
Ну как так? У него вот эта дальность, кстати говоря, вот этого прокрута, очень маленькая. Ну, в смысле, я, конечно, понимаю, все это в пределах меча. Недалеко. Ой, да, все, все. О, хорошо, хорошо. Кто там? Здрасте. Неплохо. Ну подойди поближе. Видите, вот иногда мне кажется, что он до него достанет, но он и и не достает, короче, понимаете? Вот в чем прикол. Салваж, ребята, зацените. Где он там валяется? Ну так, Салваж продержался, кстати. Угу, я думала. Нифига. А ну фига. На Салважике затащили, затащили. Ладно. В общем-то, довольно хардково. Все начинает становиться. Если вначале тоже так на расслабончике, значит, такие. Хи-хи-ха-ха, ну нифига. Начинает нас не по-детски напрягать. Что там? Что такое? Что за дискотека, посмотрите. Атмосферненько так. Что за местная тусе? Угу. Новый враг, что ли? Да, ты такой поржал. Адский пиромант. Хорош. Пиромант. Ну что ты такой здоровый-то? Эй, адский пиромант. Сейчас я ему сделаю тусе. Ух, хорошо. А все что ли? Почему садский пиромант? Да ты стреляй, давай, не хакай мне. Ха. Ай. Так, это вниз. Ты что ли? Сейчас мы попробуем за ваш выбор. Там, кстати, вон, видите, опять бонусная дорожка. Ты его застрелила, чтобы мне не мешался. Ты достал. По красоте все закончили. Угу. Так, сейчас сек. Все. Что, погнали? Сходим сюда. Что там такое? И типа на время, видите, похоже, ну, если ты, допустим, очень долго сражаешься, вот это вот все закроется, я так поняла. И ты не сможешь здесь пройти. Yep. Bet I'll find something here. Call it Hunter's intuition. Что это такое? Может, мне кто-то объяснит? Я не понимаю. Так, мы пришли же отсюда. Оно просто, видите, чем больше я прыгаю, оно загорается. Непонятное. Хреновина. Так, по-моему, я вот не здесь же проходила, да? Back here again. Shit, this place is confusing.
Мы здесь были, да? Почему же, говорю, запутанное место? Так, подожди, вот здесь точно не были, потому что я бы разбила, иначе... Иначе мы бы здесь не ходили. Так, вот тут вот тоже висит, значит, я точно здесь не была. Ладно, я ничего не поняла, ну ладно. Я не понимаю, что за место это было. Может, оно типа телепорта какого-то? Что, оно меня возвращает к началу? Или как? Да, вроде нет. Ага. Подожди. Тут еще пропадающие платформы. Ясненько. Стоять. А куда? Говоришь? Туда. И наверх. Мне с нее прыгать или я так долечу? Нет. Все-таки я подожду. Подожду, я вот это лапищу, вот это. Ну мне, ну. Спокойно. Все хорошо. Нет, все плохо, все очень плохо. Она очень-очень какое-то короткое время появляется. Давай, дорогая, как-то подольше это будешь делать. Вот. Так. Ладненько. Это что? Ну что за Crash Bandicoot? А я иду правильно, мне туда. Ладно, ладно. Мы вас поняли, здесь ничего нет. На всякий пожарный проверить, мало ли слепая я. Так, она опускается так, так, так. И они почти одновременно. О, я забралась. Я, по-моему, пропустила сферу. Я забралась, ребята. Это самое главное. Тупо не зависать, блин, знаете, на одном месте по 3 дня. Ну давайте, кто там? Месиво, о да. Что вы творите? Видите, кто пришел? Да, вы видите, кто пришел. Отвалите. Мы тоже умеем сражаться, можно получать. Ай, он отходит. Он не дурак. Ну почему так короткий меч у тебя, Дант? Как бы странно это не звучало. Да? Когда он говорит вот это, мне все время кажется, сало. Глюки. Ну конечно, обязательно надо было меня резюмить. Да, да, да. О, класс. Все. Мы с самого этого завалили с вами. Теперь уже можно развлекаться с этими. Ну как вы вот какие вот, знаете, вот говнистые щитовики вот эти вот. Все, блин, бесите. Какого? Вот так вот. Ничего. Доставать тебе. Я страшен, поверьте. Не пробить его, видишь, что? Эй! Так-то. И ты тоже иди нафиг. Да почему? А возле него же стоял. Ну и ладно. Так, там есть прокачка. Ну нет, нет, нет. Оставим. 28 тысяч, это ни о чем. Я захожу и я начинаю тратить как не в себя. Поэтому нет. Давайте-ка оставим. Нет. Пробежимся. Посмотрим, что там дальше. Опа. Чуть не прошли мимо. Угу.
Ну и да. Сидит опять. Третья встреча, блин. Вначале мы его видели, потом Сви. Снера, Сви. Как убить эту хрень? Well, well. O king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat them. Jackpot. Dante. Ух, ребята, будет жарко. Я не представляю, как эту хрень убивать. Дайте-ка. Луч. Так, внимание. И обратно. Отлично. Блин! Хорошо шибануло, молодец. Прям... Молодчага знает, как мочить Данте. Ну вот как вот эту фигню-то убить? Нам не мешает. Не попал. О, черт, попал. Добраться, ну реально. Я такой хреновины давно не видала. К нему не подойти. Угу. Это тот самый момент, когда пришел Неро, помните? В самом начале. Так, ну что там, давайте оцените мои скромные успехи. На, эй. Неплохо. Да нормально, ребят. В общем, мы с вами сейчас эту серию закончим. Спасибо за просмотр. Встретимся в продолжении. Всем пока.